Эй, йоу, товарищи мои дорогие, с вами Дмитрич, канал Dmivan Games, и у нас следующий обзорчик транспорта модифицированного. Если в прошлый раз Доминатор я делал за кошмар, то теперь я хочу сделать, ну, какой-то другой стиль и посмотреть, что же будет. А машинку мы прямо сейчас выберем. И опять же, не забывайте поддерживать меня, поставить палец вверх, подписаться на канал, если не подписаны, ну и, конечно же, написать свое мнение о транспорте и вообще, в принципе, об обновлении в целом. Итак, не будем терять время, наверное, сразу пойдем покупать, потому что нам все равно потом еще ждать. Итак, ребята, это мы не трогаем. Купить улучшаемую технику. Ребят, я хочу сделать... Блин, хочется байк, конечно, сделать, но... Что-то мне кажется, байк не будет так прям смотреться. Давайте его оставим на следующий раз, на следующее видео. То есть в следующем видео делаем байк. А пока я хочу взять импалу. Ну, импалер. Так, смотрите, есть апокалипсис вот такой вот, есть фантастика вот такая вот, и есть кошмар. Кошмар мы уже делали, предлагаю сделать фантастику. Покупаем 331 тысяча, нифига себе. Ох, ну ладно, что теперь делать. Так, также загоняем, где у нас это гараж ночного клуба. Мастерская арены. Так, загоняем. Нехило, да, так стоимость машинки. Это без тюнинга еще. Надеюсь, тюнинг подешевле будет чуть-чуть. Потому что доминатор мне намного дешевле обошелся. Если честно. Ну ладно, здесь не стоит считать деньги и вообще жалеть их, потому что и так, ребят, понятно, что придется выложить много. Есть один зарубежный ютубер, который посчитал то, что нужно. О, смотрите, мне награды дали. Смотрите, вот это, наверное, за тюнинг награда, а это, наверное, за первое место. То, что я сделал первое место. Ну, как мне кажется. То есть уже две награды есть. Прикольно. Тут есть оружейная, да? В общем-то, ребята, один зарубежный ютубер что сделал? Он посчитал то, что на все это обновление, если вообще все купить, нужно 75 тысяч. То есть 75 миллионов, 75 тысяч. 75 миллионов надо, чтобы купить вообще все, и все топовое. То есть все тачки затюнить, все купить тачки, те, которые уже есть готовые. И, в принципе, у нас получается вроде как около 75 миллионов баксов. Но это, по крайней мере, он так говорит, а там-то я хрен его знает, потому что он толком это все не показывает. Там еще есть закрытый какой-то транспорт. Оружие закрытое. Вот мне тут написали, что есть оружие закрытое. Так что будем смотреть. Так. Доход клуба совсем маленький. Я думаю, мне надо куда-то выйти, потому что пока я здесь, тачка, наверное, не приедет. Ну, давайте на паузу. Я, конечно, все понимаю, а где мой доминатор, который здесь должен стоять? Судя по всему, он стоит на улице, я так понимаю. Так, импалер. Я вот не помню, была эта машина, в принципе, в продаже. То есть она очень похожа на машину этого Дина и Сэма Винчестера. Очень похоже. Только задняя часть другая. Наверное, это так и сделано из Шевролета. Ну что, поехали смотреть. Кстати, прикольная тачка, даже не, если не смотреть на... А, блин, я же должен был Е нажать. А я нажал не то, что надо. Но зато вернется наша та машина. Так, давайте заедем назад. Так, мастерская. Я не то нажал. Надо было Е нажать, а я вперед нажал. Так, ладно, хорошо. Заодно наша та вернулась, да? Сюда куда? Да, вон она стоит. Давай тогда Е нажимаем и едем тюнить ее, да? Так. Сейчас мы сделаем что-нибудь этакое из нее. Я делаю на свой стиль, на свое желание, скажем так, на свои вкусы. Так, делаем фантастику. Еще дороже, блядь, пиздец. Ах, ну ладно. Давайте. Ух ты. Так, ну что ж, начнем. Блин, вот это будет дорого, конечно. Это понятно. 100 тысяч, 200. 400 штук. Но я не буду много машин так тюнить. То есть это я делаю для тех машин, на которых буду участвовать потом. Не, ребят, я не буду каждой машине все это делать. Потому что здесь оно не имеет, наверное, особого смысла. Менять бампер я даже не знаю. Надо его вообще менять-то, в принципе.
Давайте, боевой бампер. Давайте сделаем. Дайте, глянем чуть-чуть хоть. Ну как боевой? Ну так. Задние бампера, гнутый бампер. Да, зачем его, этот гнутый бампер, брать? Он все равно не смотрится. Шипы? Ой, блядь, давайте шипы купим. Почему нет? Почему бы не купить? Что-то здесь как-то мало всего. Оу, нифига. Нифига себе. Вот это прикольно, да? 300 кусков, да? Нормально, ёпт. Вчера было 39 лямов, сегодня 33, да? И причем это только вторая машина. Так, хорошо, давайте дальше смотреть. Настройки двигателя мы, конечно же, улучшаем. Увеличенная мощность торможения. Капот. Ну, вот такой, наверное, тяжело бронированный капот. Клаксон я, наверное... О! Вот этого я не слышу. Вот этот вот классный. Я не знал, что тут есть. Подождите, а есть какие-нибудь новенькие? Не, наверное, нету. Просто хотелось посмотреть, вдруг что-то новенькое есть. Так, ладно, фары. Фары, фары. Я не знаю, какого она у меня цвета будет. Я бы, знаете, я бы сделал черную, наверное. Так, лайм желтый, какой-нибудь оранжевый. Или красную. Не, красную не хочу. Я хочу эту машину сделать именно черную. Давайте сделаем электрик. Давайте красный все-таки сделаем. Ну, просто так, для этого, для интереса, да? Так, хорошо. Неоновые наборы. Давайте сделаем. Хотя, знаете, это, наверное, уже устарела эта тема, делать неоновые наборы. Ну, пускай будет. Так, хорошо. Раскраска. Во. Вот тут, наверное, да, все самое веселое будет. Так. А я не знаю, если я черную сделаю, будет видно эту раскраску-то вообще, в принципе. Так, надо попробовать, да? Надо сначала сделать название. Я даже не знаю, потом придумаю. Номера. Ну, номера здесь видно, так что можно номера поставить. Так, окраска. Вот, основной цвет, цвет деталей, цвет эмблемы. Так, давайте сделаем. Я хочу черную сделать. Металлик. Ух ты. Ни хрена себе. Мне нравится. Так, металлик. Дополнительный цвет. Хромированный. Ни хрена себе, ёпт. Она какая-то не черная получилась, как будто какая-то это. Даже не знаю. Так, давайте красный, наверное, пускай будет вот так вот. Ух ты, мне нравится. Такой вот яркий, раз уже у нас уж красные фары. Так, цвет деталей. А, это вот это вот, да? Да я не знаю, оно как-то, наверное, и не надо. Давайте оставим какой-нибудь красный, чтобы было все. Не будем париться. Вот так вот как-нибудь сделаем. Эмблема банды. А где она? Сбоку? А, зачем? Крыша. Хоп, хоп, хоп. Броня, да. Слушайте, прикольная тачка получается. Спойлер. Так. Багажник, тяжелая броня. Давай, я не знаю, это тяжелая броня что-нибудь решает вообще, в принципе, или нет. Ну, чуть-чуть занизим. Трансмиссия. Делаем. Офигеть, денег уходит. Турбонаддув. Так что, ребята, у кого нет бабла, то это даже и не думайте вообще покупать и делать что-то здесь. Вертикальный прыжок. Я не знаю, нужен он вообще или не нужен. Давайте сделаем. Может быть, где-то пригодится. Я не знаю. Может быть, как-то это... Колеса. Вот колеса, наверное, все-таки надо поменять на какие-нибудь вездеходные, да? Так, давайте колеса, вездеход посмотрим. Так, что у нас тут есть?
Наверное, вот так сделаю я. Цвет колес сделаю. Тоже, наверное, красный, мне кажется. Так, зеленый. А, я пропустил красный, да? Так, давайте сделаем красный. Дизайн шин. Тут, наверное, не смотрится, да, эти заказные. Сделаем пулестойкие. Дым от покрышек. Красный, да. Пускай будет. Так, и, ну, стекла, оно, в принципе, пускай. Ладно. Сделаем оружие, да. Тараны. Тараны. Хо-хо-хо-хо. Нифига. Нифига. Ну, мне кажется, вот так лучше будет. А то тот какой-то слишком неопрятный. Хочется, чтобы как-то это было. Пулемет чистый. Плазменные пушки. Это что еще такое за плазменная пушка? А, подожди, а что это за... Просто, может быть, она говно-говном. Я сейчас поставлю. Ну, раз она дороже, давайте... Давайте хотя бы для вида поставим. Может быть, оно и... Кинетические, шипастые, эми, скользящие, липучие. Давайте липучие. Попробуем на улице потом. Так, все, тогда, ребят, получается, можно выходить. Покинуть арену. Давайте глянем, что это за машинка. Мне нравится очень. Мне реально нравится. По-моему, офигенная тачка получилась. Блин, и ночь опять. Ты что ж ты будешь делать-то? А, так, чтобы активировать ускорение, чтобы разместить мину. Так, я хочу пушку проверить. Я не знаю, что это такое. А, она вообще дамажит как-то или что-то? А то что-то непонятно пока. Стоять, ёпт. Блин. Ой. Так, ну что, как всегда, давайте потаранимся, посмотрим, как оно и что будет. Давай. Ох ты. О, да. Вот это я понимаю. Сука. Убийца. А, я ей это название не придумал. Ладно, я потом что-нибудь напишу. Красный демон как-нибудь. Ох ты. Так, ну-ка. Лазер, ёпт. Офигеть. Ну-ка. Блин, вот это... Не, нормальная пушка. Я не знаю, насколько она хуже, чем эта или лучше, но пушка нормальная. Смотрите-ка. Куда ты поехал, говно? Блин, сука, вот... А, у меня подсветка не подходит. Надо и подсветку красную. Ну, я потом переделаю, ребят, когда уже поеду. Нет, с поездом мы уже встречались. Блин, какая классная тачка. Смотрите-ка. Какая классная... Ох ты, ёпт. Да, печально все очень. Все очень печально. Над скопами встретиться, наверное. Это будет самое правильное решение в моем случае. Ну, коп, ну ты куда? Я только собрался это с тобой пересечься, а ты взял и свалил. Ладно, там еще попадутся. Блин, надо было байк долбануть. Глянуть. Ну чё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп-стоп-стоп. Ну, смотрите, едет хорошо и быстро. Бодается тоже на уровне. То есть, в принципе, в этой тачке все, что надо, есть. И все оно, как говорится, все как на подбор. Да, сними дядька Черномор. Так, стоять. Стоп. Куда я приехал? Блин, все это еще светится, как офигенно. В общем-то, ребята... А, я же мину хотел проверить, да? Но мне надо как-то выбраться отсюда. Я тут среди этих промзон застрял. Где тут выезд-то наружу есть хоть какой-то? Так, 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 так. Сейчас мы мину попробуем эти. А если против поезда мину поставить, есть в этом какой-то резон? Наверное, нет, я думаю. Наверное, в этом нету никакого смысла. Так. Осталось отсюда как-то выбраться вообще. Только как? Вопрос.
Так, вот тут, наверное, можно. Так, давайте сейчас поставим мину. Отойди, овца встала тут, ёпта. Вот. Стоп. Ставим мину. А-а-а. Он, короче, ехать не может, да? Ну как, может, но это так, довольно-таки. Так, поехали, ребята. Они еще и разных расцветок. Да, надо подсветочку поменять. А сам я могу нарваться? Да, могу. Так, ну оно не очень как-то, да? Так, давайте еще кого-нибудь протараним. Слушайте, мне нравится. Вообще. Ну никогда красавица мне улыбается. Просто нравится. Не, надо в бочину кому-то въехать. Так неинтересно. Так вообще неинтересно. Ой. Так, тормозите. Тут еще и полицейский участок. Хорошо, я заехал. Ну что ж, в принципе, я думаю, тут особо париться-то нечего. И так все понятно. В общем-то, тачка, по сути, такая же, как и та, но у нее пушки другие. То есть у нее какие-то лазерные там пушенцы. А так, в принципе, все... Все так же. Ох. Интересно, а если поставить несколько машин, я их все столкну? Или только там первую, одну или две? Эй, чувак, блядь. Это жесть какая-то. Так, ну что ж, в принципе, давайте на этом закончим. Простите, что ночью. Но ночью тут даже антуражнее немножечко. Можно вот так на свет встать. То есть тачка классная. Если еще сделать вид изнутри. А что такое все размазанное-то? А лучше бы не смотрел. В общем-то, ребята, поддерживайте меня, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, пишите мнение о машине, о тюнинге. Ну, не о моем тюнинге, я имею в виду о возможностях тюнинга. И, в принципе, увидимся в следующем видео, посмотрим байк, я думаю. Глянем. А пока, всем пока.